Приветствую вас, друзья! Я Александра, и вы на канале Phuket by House. Все об инвестициях в недвижимость Таиланда. Самый актуальный вопрос, который задают нам сейчас все клиенты, это что происходит на стройках Пхукета. И мы решили записать для вас несколько обзоров, посвященных данной теме. Для этого мы отправляем нашего специалиста Анну для проведения инспекции нескольких строек. Привет, друзья! Скучали по мне? Я по вам, да. Сегодня мы с вами посетим офис одного из крупнейших застройщиков острова Пхукет. Посмотрим все этапы строительства и уже готовые объекты. Сегодня 20 августа, 9 утра, и я нахожусь в районе Патонг. Патонг – это самый густонаселенный и популярный район острова Пхукет. Рассказывать о нем подробно я не буду. Можете посмотреть наше видео по ссылке. Для тех, кто еще не был на Пхукете, скажу, что в этом районе есть абсолютно все. Магазины, рестораны, аптеки, массажные салоны, банки, торговый центр Джанг Цилон и знаменитая улица Бангла Роад. Сейчас набережная пляжа Патонг находится на реконструкции. Пхукет готовится к приему гостей к будущему сезону. Это офис застройщика. Пойдем пообщаемся с менеджером. Здравствуйте. Как поживаете? Здравствуйте, Анна. Все хорошо. А как вы? Хорошо, спасибо. Вид из вашего офиса просто восхитительный. Да, очень красиво. Мне никогда не бывает скучно тут. Я вас прекрасно понимаю. У меня есть несколько вопросов о вашем проекте Patong Bay Cottages. Как продвигается строительство? Строительство идет по плану. На сегодняшний день из 300 юнитов продано 75%. Это замечательно. О да, мы продолжаем работать. А у вас есть клиенты, которые покупают онлайн? Вообще, покупка онлайн возможна, если клиент не находится на Пхукете? Да, у нас есть такие клиенты, и сейчас из-за сложной ситуации в мире клиенты, конечно же, могут приобрести недвижимость онлайн. Сегодня я могу показать вам строительство третьей фазы нашего проекта. Первая фаза проекта 100 коттеджей почти завершена и полностью распродана. Вторая, неподалеку отсюда, также в количестве 100 коттеджей и также полностью распродана. Осталась только третья фаза. Это уникальный проект с особым расчетом на приватность клиентов. В каждом доме собственный бассейн или джакузи на балконе. У вас есть готовый дом и можем ли мы его посмотреть? Да, конечно. Я покажу вам дом с джакузи на балконе. Вариантов с бассейнов еще нет, но интерьер во всех домах одинаковый. Отлично. Давайте отправимся на стройку и посмотрим готовые дома, а также все стадии строительства. Это макет коттеджа. Посмотрите, какое уютное гнездышко. Уже не терпится увидеть его в натуральную величину. Поедем на стройку. Анна, это то самое место, где будет построен наш проект Patong Bay Ocean View Cottages. Напомню, что это третья фаза, и все дома будут с приватным бассейном на балконе и великолепным видом на море. Да, виды здесь просто потрясающие. Интересно, на какой высоте над уровнем моря мы сейчас находимся? На том месте, где мы стоим сейчас, 150 метров над уровнем моря. А самая высокая точка? 290 метров над уровнем моря. Вау, наверное, поэтому вид такой впечатляющий. Я вижу отсюда весь Патонг, пляж Калим, также немного района Камала и даже пляж Тритранг. Да, и несмотря на то, что район Патонг очень шумный, здесь клиенты смогут расслабиться и отдохнуть. Здесь я совсем не слышу шума от машин и байков. Мы далеко от улицы Бангла Роад и всей ее суеты.
I feel like I'm in Patong, but at the same time I'm out of the city. Yeah, okay. And also quite convenient as well. Именно так. А для будущих клиентов у нас предусмотрен шаттл-бас. На нем можно будет комфортно доехать до пляжа и других достопримечательностей района. Great. Замечательно. Итак, у вас будут коттеджи площадью 60 и 70 квадратных метров, верно? Да, вы совершенно правы. И в каждом будет свой бассейн с великолепным видом на море. Вот этот участок уже распродан, потому что сейчас у нас акция, и цена за квадратный метр существенно меньше. Итак, когда же проект будет полностью завершен? Если я куплю коттедж, когда именно я смогу в него уже заехать? Дома будут сдаваться постепенно. Те, что на нижнем уровне, будут сданы в июне 2021 года. На том уровне, где мы сейчас стоим, в июне 2022 года. И последний на самом верху, в декабре 2023 года. Все зависит от того, какой именно дом вы выберете. И главный вопрос от всех клиентов. Какую скидку сейчас вы можете предложить, учитывая сложившуюся в этом году ситуацию? На данный момент мы можем предложить вам скидку 4 миллиона бат. Вау, это потрясающее предложение. Да, и вам лишь останется получать свои 7% гарантированного дохода. Обо всем остальном позаботится наша компания. То есть у проекта будет отельная лицензия? Да, когда проект будет завершен, он будет работать как отель и сдаваться посуточно. Конечно, это очень важно для выплат гарантированных 7% годовых. И все дополнительные расходы мы берем на себя. Это первая фаза нашего проекта. В общей сложности здесь 100 коттеджей, и все они проданы. Но мы можем посмотреть дома изнутри. Конечно, я покажу вам один. В этой фазе проекта общая площадь чуть меньше, чем в третьей, поэтому дома расположены близко друг к другу. Земля стоит дорого. Здесь тоже будет шаттл-бас? От дома до ресепшена гостей будут доставлять на гольф-карах, а оттуда на шаттл-басе. Это готовый дом с гостиной, кухней и отдельной спальней. Я вижу, что потолки здесь очень высокие. Сколько здесь метров? 4,5 метра. И какая общая площадь дома? 55 метров, немного меньше, чем в третьей фазе проекта. Но несмотря на это, в доме смогут комфортно проживать 4 человека, например, клиенты с детьми. О, не беспокойтесь, для этого здесь предусмотрен удобный раскладывающийся диван. Значит, и 4 взрослых человека можно поселить в этом доме. Больше всего мне нравится джакузи на балконе. В каждом доме есть джакузи. Я представляю, какое наслаждение принимать ванную и любоваться этим видом на море. Конечно, вид тут немного отличается от третьей фазы, и мы больше видим правую часть пляжа Патонг. В этой спальне 2 кровати, но у вас ведь есть варианты с одной большой кроватью? Конечно, размера king size. Могу ли я увидеть ванную? Да, конечно.
Вау, довольно просторная. Мне нравится, что здесь две раковины, потому что в большинстве проектов только одна раковина. И очень мало места для полотенец, халатов и других банных принадлежностей. А здесь очень много места, и можно разместить все свои вещи. Хочу вам напомнить, что вся мебель включена в стоимость. И не нужно доплачивать, это великолепно, и душевая очень просторная. Во всех домах одинаковый дизайн и материалы, верно? Да, это важно, и предусмотрена программа гарантированного дохода. У проекта отельная лицензия, и, конечно, все дома должны быть одинаковыми для более удобного управления ими. После 15 лет гарантированной программы аренды клиент может что-то поменять, либо продать свой дом. Здесь телевизор, а здесь место для шезлонгов. Мне очень нравится. Я вижу там внизу один из ваших предыдущих проектов, Patong Bay Hill. Да, и он весь уже распродан. А когда вы планируете завершить и ждете уже первых гостей? В конце текущего года. Это значит, что все будет готово к новому сезону, правильно? Да. Как вам проект? Понравился? Напишите, пожалуйста, свое мнение в комментариях под этим видео. Лично я осталась довольна увиденным. Застройщик, как и наша компания, продолжает работать в обычном режиме. У Александры осталось еще пару важных сообщений для вас. Александра. Спасибо, Анна. Сегодня мы посмотрели очень интересный и выгодный инвестиционный объект Patong Bay Ocean View Cottages. Застройщик данного объекта работает на рынке Пхукета уже 35 лет и успешно возвел более 15 проектов на острове. Несмотря на ситуацию в мире, строительство у данного застройщика не приостанавливалось и ведется по графику. На сегодня введена уже вторая фаза строительства, то есть земля полностью подготовлена и начато возведение самих коттеджей. Первая фаза, то есть первые 100 коттеджей, будет сдана и запущена в эксплуатацию уже в конце текущего года. А это значит, что уже с начала следующего года данная инвестиция может начать приносить доход. Немаловажным для покупателя всегда является цена. И тут застройщик радует своих клиентов действительно существенными скидками. Вы можете сэкономить 4 миллиона бат. Согласитесь, достаточно приятный бонус. Застройщик предлагает гарантированную программу 7% в год на 15 лет, и владельцы не несут дополнительных ежегодных трат. Также есть прекрасная опция – возможность обратного выкупа спустя 10 лет. То есть застройщик может выкупить обратно вашу недвижимость за стоимость, по которой вы ее приобретали. Если вас заинтересовало данное предложение или возникли какие-либо вопросы, свяжитесь с нами, мы с удовольствием ответим на них и проконсультируем вас. Подписывайтесь на наш канал и ставьте на уведомления, чтобы не пропустить наши новые видео. Увидимся в следующем обзоре! Клиенты, конечно, могут приобрести недвижимость онлайн. Сегодня я могу показать вам строительство третьей фазы нашего проекта.